мы там бьемся, чего-то достигаем, что-то у нас получается. Но по некоторым направлениям Мелитополь на сходке. Я хотел бы, вся наша команда, я надеюсь, союзники в этом, чтобы и на выставках Мелитополь точно так же звучал и обращали внимание. Для этого нужны простые маркетинговые вещи. У нас должен быть самый яркий стенд, самый подготовленный персонал, самые подготовленные и мотивированные собственники. А для этого, в моем понимании, недостаточно только желания собственников предприятия. Поэтому, чтобы консолидировать, я хочу увидеть перечень тех выставок, которые являются целевыми. Мне кажется, что это не должно быть 10-20 выставок, это должно быть условно 5-7 целевых выставок, чтобы мы к ним готовились и мы максимально консолидированно представляли наши предприятия. С другой стороны, мы договорились с Владимиром, что он поможет нам с дизайнером, мы разработаем общий стенд. Мелитополь его готов. Мелитополь его готов. Город готов его оплатить. Он должен быть универсальным для всех выставок, не только для машиностроительных, а и для других выставок, чтобы он был универсальным. Если читать между строк, и в этом месте мы должны начать давить. У нас для этого все есть. Поэтому необходимо определить выставки, Лена, прошу вас консолидировать эту информацию с самым подготовленным персоналом. Владимир, прошу помочь нам с разработкой стенда, изучить лучшие практики, которые есть на сегодняшний день. Ирина Владимировна, соответственно, мы бюджетируем и начинаем со следующего года на пром-выставках давить и отстаивать наши участки. У нас важный вопрос. Мы уже...